Надеюсь, ты найдешь сына. Экстренное сообщение. Наш караван атаковали враждебные. Нам срочно нужна помощь. Мы находимся в подходе обоих. Если вы сейчас рядом, поспешите. Нам срочно нужна помощь. Ада, поставь сообщение на повтор. Слушаюсь, сэр. Это экстренное сообщение. Наш караван атаковали враждебные роботы. Нам срочно нужна помощь. Мы находимся чуть к востоку от Уотсвилла. Если вы сейчас рядом, поспешите. Нам срочно нужна помощь. Свечение вредит человеку. Нам срочно нужна помощь. Ада, поставь сообщение на повтор. Слушай, сэр. Это экстренное сообщение. Наш караван атаковали враждебную руку. Нам срочно нужна помощь. Мы находимся чуть поскольку обоих. Если вы сейчас рядом, поспешите. Нам срочно нужна помощь. Ада, поставь сообщение на повтор. Слушаюсь, сэр. Это экстренное сообщение. Наш караван атаковали враждебную руку. Нам срочно нужна помощь. Мы находимся чуть поскольку обоих. Если вы сейчас рядом, поспешите. Нам срочно нужна помощь. Надо поставь сообщение на повтор. Слушаюсь, сэр. Это экстренное сообщение. Наш караван атаковали враждебные роботы. Нам срочно нужна помощь. Мы находимся в поспешном обществе. Это экстренное сообщение. Наш караван атаковали враждебные роботы. Нам срочно нужна помощь. Мы находимся чуть поскольку обоих. Если вы сейчас поспешите. Нам срочно нужна помощь. Ада, поставь сообщение на повтор. Слушаюсь, сэр. Это экстренное сообщение. Наш караван атаковали враждебные роботы. Нам срочно нужна помощь. Мы находимся чуть поскольку обоих. Если вы сейчас рядом,
Нам срочно нужна помощь. Ада, поставь сообщение на попутку. Это экстренное сообщение. Наш караван атаковали враждебные роты. Нам срочно нужна помощь. Мы находимся чуть восточнее Одессы. Если вы сейчас рядом, поспешите. Нам срочно нужна помощь. Надо поставить сообщение на подход. Слушаюсь. Это экстренное сообщение. Наш караван атаковали враждебные роты. Нам срочно нужна помощь. Находимся чуть восточнее Одессы. Если вы сейчас рядом, поспешите. Нам срочно нужна помощь. Надо поставить сообщение. Слушаюсь, сэр. Это экстренное сообщение. Наш караван атаковали враждебные роты. Нам срочно нужна помощь. Если вы сейчас рядом, поспешите. Нам срочно нужна помощь. Надо поставить сообщение на подход. Слушаюсь, сэр. Это экстренное сообщение. Наш караван атаковали враждебные роты. Нам срочно нужна помощь. Мы находимся чуть восточнее Одессы. Если вы сейчас рядом, поспешите. Нам срочно нужно... Ада, поставь сообщение на повтор. Слушаюсь, сэр. Это экстренное сообщение. Наш караван атаковал... Нам срочно нужно... The darkness of the afterlife is all that awaits you now. May you find more peace in that world than you found in this one. Срочно нужна помощь. Ада, поставь сообщение на повтор. Это экстренное сообщение. Наш караван атаковали враждебные роты. Нам срочно нужна помощь. Мы находимся чуть востоку Одессы. Если вы сейчас рядом, нам срочно нужна помощь. Ада, поставь сообщение на повтор. Так-то. Хватит ковыряться. Бей. Это экстренное сообщение. Наш караван атаковали враждебные роты. Нам срочно нужна помощь. Мы находимся... Нам срочно нужна помощь. Господа, добейтесь, человек. Это единственное сообщение. Наш караван атаковали враждебные роты. Нам срочно нужна помощь. Мы находимся сейчас. Если вы сейчас рядом, поспешите. Нам срочно нужна помощь.
Нам срочно нужна помощь. Адам, поставь сообщение на повтор. Слушаюсь, сэр. Это экстренное сообщение. Наш караван атаковали враждебные роботы. Нам срочно нужна помощь. Мы находимся чуть к востоку от Уоксвилля. Если вы сейчас рядом, поспешите. Нам срочно нужна помощь. Ада, поставь сообщение на повтор. Слушаюсь, сэр. Это экстренное сообщение. Наш караван атаковали враждебные роботы. Нам срочно нужна помощь. Мы находимся чуть к востоку от Уоксвилля. Если вы сейчас рядом, поспешите. Нам срочно нужна помощь. Ада, поставь сообщение на повтор. Слушаюсь, сэр. Это экстренное сообщение. Наш караван атаковали враждебные роботы. Нам срочно нужна помощь. Мы находимся чуть к востоку от Уоксвилля. Если вы сейчас рядом, поспешите. Нам срочно нужна помощь. Ада, поставь сообщение на повтор. Слушаюсь, сэр. Это экстренное сообщение. Наш караван атаковали враждебные роботы. Нам срочно нужна помощь. Мы находимся чуть к востоку от Уоксвилля. Если вы сейчас рядом, поспешите. Нам срочно нужна помощь. Ада, поставь сообщение на повтор. Слушаюсь, сэр. Это экстренное сообщение. Наш караван атаковали враждебные роботы. Нам срочно нужна помощь. Мы находимся чуть к востоку от Уоксвилля. Если вы сейчас рядом, поспешите. Нам срочно нужна помощь. Ада, поставь сообщение на повтор. Слушаюсь, сэр. Это экстренное сообщение. Наш караван атаковали враждебные роботы. Нам срочно нужна помощь. Мы находимся чуть к востоку от Уоксвилля. Если вы сейчас рядом, поспешите. Нам срочно нужна помощь. Ада, поставь сообщение на повтор. Слушаюсь, сэр. Это экстренное сообщение. Наш караван атаковали враждебные роботы. Нам срочно нужна помощь. Мы находимся чуть к востоку от Уоксвилля. Если вы сейчас рядом, поспешите. Нам срочно нужна помощь. Ада, поставь сообщение на повтор. Слушаюсь, сэр. Да, конечно. Это экстренное сообщение. Наш караван атаковали враждебные роботы. Нам срочно нужна помощь. Мы находимся чуть к востоку от Уоксвилля. Если вы сейчас рядом, поспешите. Нам срочно нужна помощь. Ада, ладно. Поставь сообщение на повтор. Слушаюсь, сэр. Это экстренное сообщение. Наш караван атаковали враждебные роботы. Нам срочно нужна помощь. Мы находимся чуть к востоку от Уоксвилля. Если вы сейчас рядом, поспешите. Нам срочно нужна помощь. Ада, поставь сообщение на повтор. Слушаюсь, сэр. Это экстренное сообщение. Раз, два, три.
помощь. Мы находимся чуть поспешно. Если вы сейчас рядом, поспешите. Нам срочно нужна помощь. Ада, поставь сообщение. Слушаюсь, сэр. Только покажи, что у тебя есть на обмен. Да, конечно. Если вы сейчас рядом, поспешите. Нам срочно нужна помощь. Ада, поставь сообщение на повтор. Слушаюсь, все. Можем кое-чем обменяться. Давай. Это экстренное сообщение. Наш караван атаковали враждебные роботы. Нам срочно нужна помощь. Если вы сейчас рядом, поспешите. Нам срочно нужна помощь. Ада, поставь сообщение на повтор. Слушаюсь, сэр. Вместе мы восстановим правосудие и положим. Внимание, жители сотрудничества. Your twisted and ruined body goes down in a hail of bullets, and thus ends your life in the wasteland. Они не будут знать покоя, пока содружество не будет спасено. Вместе мы восстановим правосудие и положим начало новой эре. Силача не победить. Вместе мы восстановим правосудие и положим начало новой эры. Внимание, жители Союза, пришел к вам. Не бойтесь, эти роботы, ваши друзья и защитники, их шестерки не будут наказать. Я...
Мои друзья погибли в бою. Спасибо за помощь. Я думала, что тоже умру здесь. Я сожалею о твоей потере. Даже оружие и системы обнаружения, которые дал Джексон, не помогли нам против них. Кто такой Джексон? Джексон возглавлял наш караван. Он очень увлекался технологиями. В общем, можно сказать, что он мой создатель. Это он установил мне все мои модификации. К сожалению, даже с их помощью я не смогла защитить караван от роботов. Расскажи мне про этих роботов. Они утверждают, что хотят восстановить порядок. Мы видели, как они сражаются с рейдерами, но при этом нападают и на мирных жителей. Поселенцев, торговцев, караваны вроде нашего. Мы знали, что если останемся в Содружестве, то можем снова наткнуться на этих враждебных роботов. Жаль, что вы не успели принять решение об уходе вовремя. Так почему же вы остались? Наш караван занимался торговлей и ремонтом механизмов. В Содружестве полно утиля, который нам нужен всегда. Это был обдуманный риск. Ну что сделано, того не воротишь. Прошлое не изменить. Вы правы, нужно думать о будущем. А теперь я отомщу за своих друзей и помешаю этим роботам творить злодеяния и дальше. It's time to uncover the source and confront their leader, the Mechanist. Тебе нужна помощь. Только тогда ты добьешься успеха. Мне это известно. Вам часто приходилось помогать другим, поэтому я прошу вас присоединиться ко мне в борьбе с механистом. А взамен я дам вам чертежи верстака для роботов, он вам очень пригодится. Что это за верстак для роботов? Этот верстак позволит вам создавать и модифицировать роботов, при наличии ресурсов. Я помогу. Жаль, что моего вокального модуля недостаточно для того, чтобы выразить мою благодарность. В последний раз мы видели роботов-механиста на заводе General Atomics. Возможно, там вы добудете информацию, которая приведет нас к механисту. Я хочу пойти с вами и оказать вам помощь. Ты точно этого хочешь? Да, я не успокоюсь, пока механист не будет побежден. Да. Идем. На заводе General Atomics много ценных ресурсов. Скорее всего, роботы все еще там. Не будете сидеть и ваша.
мэм. Ада, вам удалось достать что-нибудь из этого робота? Тебе уже приходилось видеть роботов с таким мозгом? Нет, но мы встречали упоминания о них, когда обыскивали военные базы. Судя по данным в моей базе, их называют робомозгами. Они считались одними из самых продвинутых роботов в истории человечества. Однако модель так и не была запущена в производство. На нем было это странное устройство. Давайте посмотрим. Если мой анализ верен, это особым образом настроенный пеленгатор. Подозреваю, что именно так механист следил за уничтоженным вами робомозгом. Было бы логично установить этот пеленгатор в меня, чтобы его смогли использовать и мы. Невероятная техника. Уверена? Я уверена на 78,3%, но хочу заметить, что у нас все равно нет выбора. Надеюсь, это не опасно. Я тоже на это надеюсь. You'll need to use a robot workbench to ensure proper installation, and my presence will be required to maintain peak efficiency. I strongly recommend that we remain together until a radar beacon is successfully installed. Вряд ли я смогу это взломать. Этот верстак — очень мощный инструмент. С его помощью даже самые недалекие инженеры могут создавать сложнейших роботов.
будем надеяться, что с помощью этого пеленгатора мы сможем выследить механиста. Если что, у меня есть запасные компоненты. Эй! Чем могу служить? Сюда. Нет проблем. Эй! Вы готовы установить пеленгатор? А это непременно должна быть ты. Я могу установить эту штуку и в другого робота. В моей базе знаний больше информации, чем в любом роботе, которого вы сможете создать. Я благодарю вас за заботу, но уверяю, что эта модификация не причинит мне никакого вреда. Ну что, вы готовы?
Время пришло, за дело, хорошо, установка не должна вызвать затруднений. Как только я взойду на верстак, просто установите пеленгатор, а остальное сделаю я. А вот это интересно, что же вы изготовите дальше? Внимание! Внимание! Чем? А это нормально, что он мигает? Анализируя оборудование механиста. Пеленгатор поймал сильный зашифрованный сигнал, но я не могу отследить источник. Как думаешь, механист знает, что мы копаемся в этом пеленгаторе? Попробуй сыграй на этом автомате. Отличная штука. Если повезет, то один из них поможет нам найти источник сигнала. Мне показалось, или он правда сейчас сказал дегенерат? Несомненно. К счастью, я обнаружила еще один робомост, который принимает тот же сигнал. Fortunately, I'm detecting another robo-brain in the Commonwealth that's receiving the same signal. Наконец-то у нас появилось преимущество. Возможно, но все не так просто. Сигнал хорошо зашифрован, но расшифровать его все-таки можно. Если принесете мне еще два пеленгатора, то я смогу добыть необходимые ключи и алгоритмы для дешифровки. Это точно сработает. По моим подсчетам, вероятность успеха 96,9%. Если принять во внимание ваши умения, я бы сказала, что наши шансы довольно высоки. Ладно. За работу. Загружаю координаты робомозга в ваш пип-бой. Будьте осторожны, и не забывайте, скорее всего, робомозг будет не один, так что вы столкнетесь с ожесточенным сопротивлением. Scraped clean by the desolate wind. Я пришел, чтобы предупредить вас о новой угрозе. В новом вече сотрудничества, что преследует меня и уничтожает моих роботов,
которые хотят только одного спасти. Мы ненавистны наши явные успехи, но мы обязательно найдем и покараем. Жители Содружества, это я, механист. Я пришел, чтобы предупредить вас о новой угрозе. В новом биче Содружества преследует девиз и уничтожает мои дети, которые хотят быть. Я ненавистны наши недавние. Жители Содружества, это я, механист. Жители Содружества, я механист. Я пришел, чтобы предупредить вас о новой угрозе. В новом биче Содружества преследуют люди, которые уничтожают роботы, которые хотят только одного – спасти людей. Ей ненавистны наши недавние успехи, но мы обязательно найдем их. Жители Содружества, это я, механист. Я пришел, чтобы предупредить вас о новой угрозе. Обязательно найдем и покараем. Жители Содружества, это я, механист. You're dead. Ей ненавистны наши недавние. Возможно, сейчас нам только об этом пожалеют. Жители Содружества. Я пришел, чтобы предупредить вас о новой угрозе. И покараем. Жители Содружества, это я, Михаил. Энда, игра света. Я пришел, чтобы предупредить вас о новом биче Содружества, что преследует невинных и уничтожает моих роботов, которые хотят только отработать. Возможно, сейчас нам все не нравится. Я ненавистна нашими, да, но мы обязательно найдем и покараем. Жители Содружества, это я. Уи! Noise!
преследует невинных и уничтожает моих роботов, которые хотят только одного – спасти людей. Ей ненавистны наши недавние успехи, но мы обязательно найдем и покараем ее. Жители Ей ненавистны наши недавние успехи, но мы обязательно найдем и покараем ее. Жители Содружества, это я, механист. Я пришел, чтобы предупредить вас о новой угрозе, новом биче Содружества, что преследует невинных и уничтожает моих роботов, которые хотят только одного спасти. Я ненавистен. Если найдете запчасти, дайте мне знать. Кажется, мы здесь не одни. Возможно, мне показалось. Эй, я с радостью. Вот Ада, слегка помятый, но все еще работающий пеленгатор. Да, должен подойти. И если повезет, то этот пеленгатор поможет нам засечь сигнал механиста. Напомни, как этот уникальный сигнал поможет нам найти механиста. У каждого пеленгатора робомозга уникальный шифр, который не дает определить источник. Однако еще два пеленгатора дадут мне достаточно данных, чтобы шифр можно было взломать. Итак, если моя теория верна, этот пеленгатор поможет нам обнаружить источник сигнала механиста.
Надеюсь, эта штука нам пригодится. Мне хотелось увидеть, что она в безопасности. Сейчас я запущу программу дешифровки. Правда, результаты будут готовы не сразу. Я засекла еще один сигнал робомозга. Если нам повезет, то это будет последний нужный нам пеленгатор. Так, где именно находится последний робомозг? Да действительно, это ведь главнее всего. Если мои расчеты верны, сигнал исходит из... О боже, координаты подтверждены. Робомозг находится у спутниковой антенны базы Форт Хаген, а это значит, что он в руках ржавых дьяволов. Что это за ржавые дьяволы? Позвольте объяснить. Мы встретили их, когда наш старый караван переправлялся через реку. Ржавые дьяволы – безжалостные рейдеры, которые используют роботов для совершения злодеяний. Они разыскивают в содружестве таких, как я, тех, кого они не могут перепрограммировать, просто разбирают на запчасти. Я понимаю, что они более опасны для меня, чем для вас. Просто хочу, чтобы вы это знали. Что бы ни ждало нас впереди, я могу продолжить расшифровку сигнала и по дороге. Может, отправимся в путь? Но при этом... Отвратительно. Вам повезло, что у меня не установлена подпрограмма рвотных рефлексов. Прошлое дарит удивительные находки. Не хочу вас тревожить, но здесь нет нормальных укрытий.